небольшой обзор, так сказать, что мы покупаем для детей. Ну, вообще купила я для себя. Судя по инструкции, ну как, я вообще-то типа шампунчик такой можно сделать. Однажды покупала год назад на Юкису основу для шампуня, но что-то я ее не поняла. Тут увидела, у нас магазин есть в городе, называется «Дети и мода», и решила вот такой попробовать. Вообще зашла туда в поисках основы мыльной или хотя бы какого-нибудь набора похожего. Увидела и купила. В общем, такое действо. Стоит это действо 390 рублей. Что у нас тут из заявленного? Должны быть наклейки на шампунь, но наклеек я не обнаружила. Есть вот такая губочка. Для чего эта губочка? В инструкции не сказано. Есть вот такая мисочка, чтобы помешать шампуньку. О чем сказано? Вот здесь. Есть флакончик. Вообще он был в разобранном состоянии. Трубочка вот эта лежала отдельно, я ее вставила и попыталась закрыть крышечку, но крышечка у меня не закрылась. Пока я не обрезала вот этот вот кусочек, она у меня не закрылась. То, что тут нарисовано в эту сторону крутить, крутится она в любую сторону, но дозатором при этом не становится. То бишь нажать на нее вообще никак. Ни в открытом виде, ни в собранном. Здесь у нас, как и обещано, якобы 50 мл мыльной основы жидкой. Вообще написано было что-то глицерин. Но с другой стороны, на той же коробочке значилось что-то мыльная основа. Палочка. Ну, похоже на палочку, как вот в мороженках бывают. И 4 пузыречка. Краситель, он же ароматизатор. Хотя, с одной стороны, на коробочке значилось, что это все по отдельности. С другой стороны, значилось, что это все вместе. Вот тут у нас вообще это протеин пшеницы. Вот это как раз вот этот краситель. Красное яблоко. Не открывала, но, видимо, должно пахнуть яблоком. Это желтый банан. А это у нас экстракт ромашки. Тут у нас еще соль морская, заявленная 2 грамма для загустения. И пара перчаток. Вот хочу я сейчас поэкспериментировать и сварганить шампуньку. Ну и тут вполне себе такая вот плюс во всем этом, что инструкция по применению для девочек от 8 лет вполне себе вменяемая. Вступление. Как ухаживать за собой в плане волос, как произошел шампунь, сколько раз лучше мыть голову, как ее мыть, что нужно сделать до и после, ну и сама инструкция по применению. Вот такой вот наборчик. Кстати, сейчас попробую закрыть и показать вам эту коробочку в нормальном виде. Вот это было вот здесь. Палочка, кстати, была вот так вот воткнута. Вот оно, наше счастье. С перечислением все, что есть. Думаю, вряд ли у меня сильно сфокусируется камера. Но вообще такой интересный набор, если кому-нибудь дарить. А не для всяких экспериментов типа Лёли. Вот так.